Дорогие друзья, приветствую вас. Сейчас мы с вами будем заполнять заявление на участие в госпрограмме по содействию добровольному переселению соотечественников. Коротко, программа переселенца. Так, мне порекомендовали найти на сайте «Консультант Плюс» этот бланк. Я нашла на этом сайте, скачала этот бланк, но там написано другим шрифтом, не очень красиво это смотрится. Сейчас попробую вам показать. Вот. Ну, плюс того бланка в том, что он самой последней версии 2017 года. То есть, если вы подадите документ в старой версии, вот такой вот, то у вас его не примут. Здесь есть нюансы. Ну, главная ошибка в том, что здесь ведется речь об органах ФМС, то есть организации, которые ныне не существуют, и, соответственно, бюрократическим аппаратом это воспринимается как грубая ошибка. Нужно следовать строго букве закона. В чем различие? Сразу же с первой страницы вы увидите «разрешаю» вот в этом квадрате, в этом прямоугольнике «разрешаю», «начальник», в скобках «руководитель», ну, в данном случае консульского отдела, потому что это с сайта именно консульского отдела посольства России в Казахстане скачано. А в новой версии должно написано так: не начальник, а руководитель, а в скобках заместитель руководителя. Ну, это вот то, почему вы сразу определите, правильно эта версия на сегодняшний день или нет. Сейчас, когда я снимаю это видео, идет сентябрь 2018 года. Так, и, в общем, мне пришлось взять старый документ и просто исправить ошибки. Там, где упоминается ФМС, Федеральная миграционная служба, просто, ну, в общем, сверяла два документа и взяла эту версию, которая написана хорошим шрифтом, хорошо читаемым. А сейчас попробую вам открыть, показать, как выглядит бланк с сайта «Консультант Плюс». Но здесь много лишнего. Это все нужно удалять. Здесь вот эти вот поля. запамятовала их название. Ну, вот здесь вот в начале и в конце страницы нередактируемые. Забыла, как они называются. Вот. А элементы. Сам бланк вот так выглядит. Вот таким шрифтом он напечатан. Курьер Нью. И, в общем, очень плохо читается, и в нем трудно работать. То есть, когда вы начинаете набирать текст, причины, побудившие обратиться с настоящим заявлением, переезд. Я не знаю, правильно ли так писать. Как видите, у нас съезжает подчеркнутая строка. Ну, тут, в общем, придется много редактировать, хорошо знать, как работать с документом Word. Но обычный обыватель это знает не очень хорошо. И, в общем, я решила работать в таком документе, который написан 14-м шрифтом Times New Roman. В общем, давайте приступаем. Заявление выглядит так. Прошу оформить мое участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный указом президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года, номер 637, далее государственная программа. Причины, побудившие обратиться меня с настоящим заявлением, я написала переезд на постоянное место жительства. Если вы заполняете вручную, то тоже без проблем, просто поскольку нашелся такой документ, вордовский, я заполняю. Так, читаем внимательно все подстрочные примечания и просто примечания. Читаем внимательно. Фамилия, имя, имена и отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность. В случае изменения фамилии, имени, имен или отчества указываются прежние фамилии, имя, имена и отчество, а также причины и даты изменения. Так, в нашем паспорте гражданина Казахстана фамилия и имя написаны на кириллице и на латинице. Так и пишем. Пишем на кириллице и пишем на латинице. Число, месяц, год и место рождения с указанием населенного пункта, района, области, края, республики, государства. 20 марта 65 года, город Ленинград. Ну, тут как будто бы сказали, вроде бы не будет большой ошибки, если мы напишем сокращение Г, но все-таки сокращений следует избегать. То есть не будет ошибка, если вы напишете город Ленинград и расшифруете РСФСР. Это название республики и государства, по-моему, так. В общем, когда я показывала сотруднику ФМС, который принимал это, она приняла вот в таком виде. Так, семейное положение, замужем, свидетельство о заключении брака, номер, дату выдачи, кем выдано. Так, по-моему, в правильном порядке написано. Читаем подсрочный период. Женат, замужем, холост, не замужем, разведен, разведена. Номер свидетельства о браке, дата и место его выдачи. Да, вроде бы все правильно. Дата и место выдачи. Так, документ, удостоверяющий личность. Паспорт, номер такой-то, выдан тогда-то, кем, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, тоже как будто бы все правильно. Наименование, ну, единственное, давайте попробую в строку вставить. Так, отсюда вырежем. Не катит, да? Угу. Почему? Ну почему? Ну ладно. Не знаю, что тут со строчкой случилось. Так, гражданство, подданство в настоящее время. Имели прежде. Так. Гражданство Республики Казахстан согласно закону о гражданстве Республики Казахстан по месту проживания, по факту проживания с декабря 1989 года. Тут я затрудняюсь, правильно ли я написала, закон был принят в 1991 году, но факт проживания у меня с 89-го. Во всяком случае, в заявлении РВП мне нужно, у меня приняли и мне продиктовали написать именно так, с 1989 года. Так, все. Наименование странного государства, гражданство указала.
Так, можно написать гражданка Республики Казахстан, гражданка Казахстана. Тут надо бы уточнить. А, так, национальность указала, вероисповедание не желаю указывать. Ну, кстати, по желанию можете и не указывать, и пишите так, не желаю указывать. Да, и, кстати, ошибкой считается оставлять незаполненной строку. Вот здесь я тоже затрудняюсь. Отчество, если имеется написано. Я не могу написать «не имею отчества», я имею отчество, но оно не имеется в паспорте. Поэтому я оставила под знаком вопроса, но, по-моему, у меня так приняли, без этого отчества, с пустой строчкой. А когда я подавала на РВП, я по ошибке отчество писала. Несколько раз исправляла и все равно ошибалась. Так, не желаю указывать, владение русским языком, владею свободно. А здесь, вот на этом моменте, сотрудник ФМС требует документ об образовании. А, так, владею свободно. Ой, а что это тут, почему свободно? Так, и проверяет его. Ну, документ мы позже покажем. Владение иностранными и или языками народов Российской Федерации я пишу. Бурятский язык читаю, могу объясняться. Казахский язык читаю, могу объясняться. Немецкий язык читаю, перевожу со словарем. Английский язык читаю, перевожу со словарем. Государство, из которого вы, либо члены вашей семьи, планируете выехать, выехали в Российскую Федерацию. Республика Казахстан. Образование высшее, Московский геологоразведочный институт, диплом такой-то, от такой-то даты, город Москва. А, специальность экономика и организация геологоразведочных работ. Ученая степень, ученое звание не имею, обязательно заполняю эти пункты. Государственные иные награды, знаки отличия не имею. Профессиональные знания и навыки. Что здесь имеется в виду? Специальность, стаж работы по специальности, уровень квалификации, класс, разряд, стаж работы без специального образования и квалификации. Так, я пишу горный инженер-экономист и стаж. Подняла трудовую, посчитала по трудовой, сколько у меня стажа по этой специальности. А квалификацию написала ту, которая обозначена в дипломе. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет, включая учебу в высших и средних учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и так далее. Так, я подаю, планировала подавать заявление в сентябре 2018 года, значит, я начинаю отсчет, пишу всю свою трудовую деятельность, с сентября 2008 года. Ну, соответственно, мы сейчас подождем. Сейчас откладывается подача заявления месяца на два. Значит, буду подавать, если в ноябре, то пишу с ноября 2008 года. А, на тот момент я работала, поэтому я указываю место работы до увольнения. И дальше я не работала, и так я и пишу. И все свои места пребывания. То есть, если я не работала, я пишу свой домашний адрес на тот момент, на момент пребывания. И здесь мне придется, после с этого момента я официально нигде не работала и не работала вообще, можно сказать. Свою фрилансерскую деятельность я не буду указывать. Укажу, что просто не работала, это никак не проверится. И за это меня не накажут, я думаю. Поэтому я пишу. И здесь мне потребуется помощь уже сотрудников отдела по вопросам миграции. Она попрошу ее поднять все мои въезды-выезды из РФ и распишу. В том числе, когда я была в Таиланде и во Вьетнаме,
Я тоже напишу, как помню. Значит, так. Таиланд. Там город Бангкок. Так, теперь здесь будет Вьетнам. Город Мичанг. Вот. Не работала. Вот. Все это мы указываем. Ну и тут я подправлю потом на шрифт. Давайте сразу, чтобы это смотрелось красиво. Делаем курсив. И шрифт меняем на какой-то 12. Вот так. Так, дальше. Отношение к воинской обязанности. Воинское звание не военнообязанное. Пребывали ли вы, члены вашей семьи, переселяющиеся совместно с вами в Российскую Федерацию, ранее на территории Российской Федерации? Не проживали. В случае подачи заявления в уполномоченный орган за рубежом. Это графа не для нас, а для тех, кто подает, например, там же на месте в Казахстане, в консульство, да. В каком субъекте Федерации, Российской Федерации, проживаете в настоящее время и на каком основании? Я пишу Республика Бурятия, Улан-Удэ и домашний адрес, по которому я зарегистрирована. И на каком основании разрешение на временное проживание, номер, дату и кем выдано. Подвергались ли вы, члены вашей семьи, переселяющиеся совместно с вами в Российскую Федерацию, экстрадиции, административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации, либо передавались ли Российской Федерации иностранным государствам в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии? Не подвергались. Субъект Российской Федерации, планируемый для переселения, Республика Бурятия. В соответствии с государственной программой и региональной программой переселения субъекта Российской Федерации я планирую заниматься. Так, пишем род деятельности, который планируете заниматься, осуществлять трудовую деятельность в качестве работника, получать профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное образование, осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе сельскохозяйственную деятельность, вести личное подсобное хозяйство, заниматься иной деятельностью. Я отвечаю. Получать высшее образование в магистратуре Бурятского государственного университета по специальности социальная философия. Так, примечание читаем. В зависимости от деятельности, которой заявитель планирует заниматься на территории выбранного субъекта Российской Федерации, соответственно, указываются в том числе вакантная должность и наименование юридического лица, имеющего вакансию, наименование учебного заведения, специальность, направление образования, направление предпринимательской деятельности с указанием при наличии инвестиционного проекта, бизнес-проекта и т.п. Так, мой случай – это учебное заведение, специальность и направление образования. Вроде бы все указала. Так, члены семьи, переселяющиеся со мной совместно в Российскую Федерацию. Тут я пишу своих двоих сыновей, фамилия, имя, отчество, степень родства, сын, число и месяц рождения, гражданство, Республика Казахстан, адрес места жительства, документ, удостоверяющий личность, профессия, специальность, квалификация. Если инвалид, пенсионер и так далее, в случае нетрудоспособности. Также пишем. Владение русским языком – да. И второго сына. Всего членов семьи, в том числе
лиц, в отношении которых осуществляю опеку, трое. Следующий вопрос. Привлекались ли вы, члены вашей семьи, переселяющие совместно с вами Российскую Федерацию, к уголовной ответственности в Российской Федерации или за ее пределами? Нет. Имеете ли вы, члены вашей семьи, непогашенную или неснятую судимость на территории Российской Федерации или за ее пределами? Нет. Имеете ли в субъекте Российской Федерации, выбранной вами для проживания родственников? Да, имею. Пишу адрес. Место, если да или нет. Если да, то место и время проживания. Проживаю нынче. Так, да. Ну, я не знаю, пишут ли родители. Проживают. Там, ну, допустим, с какого года? С там, ну, скажем, с сентября 2000. Так, 1998 года. Года. По адресу. По адресу. Ну, как-то пишем наиболее полно, чтобы не могли ни к чему придраться, чтобы все было верно. Следовать букве, что называется. Планируемый въезд на территорию вселения на период обустройства. Значит, что имеется в виду? Единолично или с членами семьи? С членами семьи. Планируемый вариант временного размещения. Гостиница, наемное жилье, у родственников, общежитие иное. У родственников пишу. Ну, можно также еще написать наемное жилье, также через запятую. Ну, я не стала, достаточно одного варианта. Планируемые формы жилищного обустройства за счет собственных средств. Да. Я не знаю, что тут следует. Тут нет никакого подстрочного пояснения, поэтому я пишу, как разумею. По программе ипотечного кредитования нет, наверное. За счет иных средств тоже нет, наверное. Ну что, если говорят, что надо все заполнять, напишем нет. Хотя кто его знает? Мы вот собираемся за счет материнского капитала, материнский капитал добавить семье моего сына. Так, дальше. Домашний адрес, почтовый индекс и контактный телефон с указанием телефонного кода государства. Пишем, включая индекс, да, потому что это почтовый вроде бы как адрес, чтобы нас по почте могли найти, могло нам прийти письмо, хотя никто присылать не будет, и звонить нам даже не будет, хотя мы номер телефона указали. Так, как будто бы, ну, на всякий случай, город Улан-Удэ, улица такая-то, и телефон свой пишу. Я ознакомлен с условиями таможенного оформления перевозимого в Российскую Федерацию личного имущества, установленными соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершение таможенных операций, связанных с их выпуском. От 18 июня 2010 года я проинформирован о обстоятельствах, являющихся в соответствии с государственной программой основанием для отказа в выдаче и или аннулирование свидетельства участника государственной программы и утрата его статуса, и предупрежден, что такими основаниями являются в том числе представление поддельных или подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений в заявлении. Я ознакомлен с условиями переселения, установленными региональной программой Республики Бурятия, на имена субъекта пишем. Я согласен на обработку и передачу в соответствии с федеральным законом персональных данных, указанных в заявлении информации, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственны за реализацию государственной программы, другие органы государственной власти Российской Федерации, участвующие в реализации государственной программы для принятия решений об участии в государственной программе. Я это подробно так читаю, чтобы проверить себя, не проскочила ли где-нибудь с ФМС, не упоминается ли она как-либо. Как будто бы нет нигде. Заполняется сотрудником уполномоченного органа данный блок. Следующий блок также заполняется не мною. Вот, вот и все. На этом мы с вами заполнили. Как произошла подача, какой вариант был принят, какие ошибки, наверное, я расскажу в следующем видео. А пока что я вот вы смогли ознакомиться, как выглядит форма и какие положения, и некоторые положения относительно этой формы, относительно заполнения ее. В общем, подписывайтесь на мой канал, следите за плейлистом «Иностранца в России» и смотрите другие мои видео, касающиеся вот этой всего взаимодействия с органами миграции по Российской Федерации. С вами была Аюна Коновалова. Всем успехов! Пока!